Из 20 коммерческих миллиардов кредитов, которые мы имели, именно коммерческих, мы привлекли и получили уже в феврале месяце 10 миллиардов 300. Мы закрыли уже обязательства перед коммерческими банками, и как следствие это позволило нам сэкономить миллиард расходов. Мы сэкономленные деньги от обслуживания кредита миллиарда, о котором я вам сказал, часть из этих денежных средств планируем потратить на следующий. Мы, когда принимали бюджет текущего года, предусмотрели сумму 167 миллионов рублей и приняли решение, что добавляем еще 157 миллионов рублей. Что это позволит нам? Это позволит нам закрыть обязательства более чем перед 3000 человек. 3000, в районе 3000 человек. Как прогнозирует наше Министерство соцзащиты, все судебные решения, которые сроком вступления в законную силу в 2016 году, мы все их закроем в этом году. Уверен, что Костян Викторович меня поддержит, и меня поддержит все население Амурской области. Кроме этого, мы выделяем дополнительно 31 миллион рублей на многодетные семьи. Эта сумма образовалась именно с количества заявок, обязательств, поданных в 2015 году и уже на период 2016 года. То есть это 115 семей, которые заявились на эту выплату. Мы также эти обязательства, область перед ними выплатит. К сожалению, предприятие коммунальной системы БАМа оказалось в тяжелом финансовом состоянии. Им нужна помощь. У КСБ БАМа накопилось долгов перед пенсионным фондом, которые мы вынуждены гасить. И мы эту финансовую поддержку окажем. Это сумма порядка 137 миллионов рублей. Эти деньги пойдут в государство. Государство эти деньги вернет обратно в бюджеты разных уровней. И эти деньги вернутся обратно. Также мы выделим порядка 300 миллионов рублей главам муниципальных образований, руководителям предприятий в соответствии с методиками ЖКХ на подготовку к отопительному сезону 16-17 годов. Также мы выносим уточнение 15 миллионов рублей на помощь по программе модернизации Министерства ЖКХ устройства ливневой канализации. Сейчас улица Зейская у нас продолжается, мы дошли до улицы Артиллерийской и столкнулись с такой же проблемой, что при строительстве коллектора нет ливневой канализации. Если сегодня мы не сделаем там участок ливневой канализации по улице Артиллерийской до Ленина и выведем его дальше туда на набережную, то мы понимаем следующее, что, соответственно, эта улица утонет. Мы должны это сделать. И мы лучше делаем это сейчас. Кроме этого, мы выделяем дополнительно на Таёшку 26 миллионов рублей. Микрорайон Таёшка объяснять никому не надо. Это город Тында, переселение из аварийного жилья, которое было оставлено нам от железнодорожников еще в момент освоения БАМа. Это позволит нам завершить строительство 2 24-х квартирных жилых домов и расселить из ремянок 48 семей бамовцев. Я хотел бы напомнить о следующем, что в 2015 году мы уже 7 домов переселили. И, как тогда обещали, к Новому году сделать людям новоселье, нам удалось это сделать. И в итоге 460 жильцов переехало в новый дом. Вот еще 2 дома ждут своих новоселий. Я вам честно признаюсь, в пятницу один из этих домов раздаст ключи своим новым жильцам. Также мы в рамках федерального финансирования доведем 2,8 миллиона рублей, увеличим облачную долю бюджета в части господдержки малого и среднего предпринимательства. Это позволит нам привлечь к нашим затратам 2,8 миллиона рублей, 62 миллиона рублей федеральных денег. Данные субсидии будут направлены на развитие системы частных дошкольных учреждений, модернизацию производства и включение расходов по компенсации затрат на лизинг оборудования.